Всем привет, всем подписчикам, зрителям нашего канала. Очередной выпуск «Будни автосервиса». Точнее, хотелось бы сказать, что это «Будни запчастей». В последнее время участились подделки многих запчастей массовых на Рено. В частности, сегодня хотим рассказать про 16-клапанный ГРМ. Это который 529R окончание. Вот нам пришло два ГРМ от разных поставщиков совершенно. Ну, мы не будем их называть. Вот. Но мы сразу заметили подделку. Начнем с самой упаковки. Вот на оригинальной наклейке вот здесь присутствует вот не каталожный код, а вот такой вот код. Это код склада или код упаковщика внутреннего, там, заводского. Вот здесь можно обратить внимание, что он напечатан заодно вместе со всей наклейкой. То есть это липовое. А здесь на нормальном оригинале наклейка сама напечатана на типографском станке, а вот этот код как бы упаковщика, он выбит потом уже. Ну да, как то отдельный. Есть, да, он пробит отдельно. Теперь касаемо самих запчастей. Всегда, когда покупаете ГРМ, старайтесь проверять его. Начнем с ремня. На поддельном, как ни самое что интересное, есть, значит, значок Рено, номер, написано Gates. На оригинале, как все как на оригинальном. Но на ощупь, оригинальный ремень, он жестче. Ну вот видно даже то, что он форму держит, вот так. Да, а этот вот он держим. Сопля. А этот он мягкий. Мягкий очень. К тому же... Теперь касаемо натяжного ролика. Опять-таки, обратите внимание, вот справа это настоящий, слева это грубая подделка. Посмотрите, как выбито слово Gates на оригинале. Потом посмотрите на поверхность ролика. На поддельном другое качество пластика. Его сразу видно. У него он не блестит, он матовый, а оригинальный блестит. Хотим отметить, на видео это не будет видно, но пружинка натяжная на оригинальном чуть ли не в два раза слабее. То есть тут жестче. Ремень уже будет перенатянут. Вот. И отверстие. Смотрите отверстие, обработку отверстия здесь и вот здесь вот. Ну, конечно. Ну, видно, ох, что кривая. Да, кривая обработка. Тут прям идеально ровно. А тут вот снизу вот видно. Вот снизу. Вот. Вот. Это натяжной ролик. И если покрутить, немножко да, слышно, что он шумит. Новый поддельный ролик. Ну, очень грубо работает. Он уже шумит. Дальше паразитный ролик. Начнем с нанесения клейма. На оригинале, опять-таки, мутненько, но четко, ровно нанесено клеймо. Здесь явно прям... Вот номер у нас... Во-первых, криво. Уходит, надписи не видно. И опять-таки, этот ролик, он шумит. Ну и даже болт они сделали... По болту даже можно определить. Справа оригинальный болт. Видно то, что он идет вот ровный, без каких-либо насечек. Тут видно вот такие вот полоски по кругу. И клеймо на болту выбито с типовым размером. Вот на оригинальном как, а вот как на поддельном. Вот тоже отличается. Так что будьте внимательны. Это не точно. Дайте себя обмануть. Мы все ГРМы проверяем, поэтому... Если вы обратитесь к нам, никаких проблем не будет. Подписывайтесь в группу ВКонтакте и к нам на канал. Всем счастливо!